Но помимо этого можно зарабатывать пассивно на размещении рекламы. Сейчас с приятелем покажем вам сайты, где за это платят. Ну какое ветрище, блин. О, сука. Можете скачать и зарабатывать таким образом деньги. О. Ну чё, поделимся с ними секретами заработка? Барсоломео. Привет, товарищи! Сегодня мы поделимся с вами способом пассивного заработка на собственном автомобиле. Давайте начинать. Имея собственный автомобиль, вы всегда сможете заработать деньги. Думаю, понятно, что можно работать курьером, в такси, предоставлять какие-то услуги, трансфера, там, бла-бла-кар, еще что-то. Но помимо этого можно зарабатывать пассивно на размещении рекламы. Я уверен, что на улице вы замечали машины, которые ездят с различными промо-материалами. Там банки Red Bull сверху, там какие-то аквариумы, котики, собачки, доски, там еще что-то. Наклеено на машине, и вот я все время задавался вопросом, как на этом зарабатывают, можно ли на этом заработать, сколько платят. Сейчас с приятелем покажем вам сайты, где за это платят. Это некий симбиоз заработка в интернете и офлайна. Можно таким образом перетекать из одной бытности в другую. Чё, Барсик, накатим? Первый сайт называется Striker Ride. Вот такая вот машинка, зарабатывай на бензин, кнопочка для рекламодателей и для водителей. Мы водители, смотрим. Здесь вот видео, кому надо, посмотрите еще одно видео. Наши стикеры безопасны для лакокрасочного покрытия, твоего автомобиля красивый дизайн, весело и интересно. Просто скачайте приложение для iOS или Android, там зарегистрируйте автомобиль и все подробно написано. Вот, например, за 30 километров с такого-то по такое-то время 1500 рублей можно будет заработать. Как это работает? Сначала скачиваем приложение для Android или iOS, подай заявку в любую из активных рекламных кампаний, тебя никто не ограничивает, ну то есть можно MMDM срекламировать или корма для животных, вот для барсиков всяких. Выбирай тип оклейки, можно выбрать комфортный вариант, заднее стекло, борт автомобиля, капот или все вместе. Это отразится на уровне дохода, чем больше наклеек, тем лучше. После чего монтаж стикеров идет, приезжаете в пункт оклейки, где автомобиль наносит стикеры, это происходит не более 30 минут, безопасно все, монтируется профессионалами, после чего зарабатываете. Катайтесь как обычно и зарабатывайте на автомобиле за каждый пройденный километр, оплачивай бензин, парковку и автомойку. Но это прекрасно, особенно для таксистов. Они и так зарабатывают на своей машине, ну а что им стоит, обклейте еще рекламку и будете, правда, на тот же бензин получать дополнительные деньги. Чтобы зарабатывать больше, принимай участие в наших квестах и флешмобах. Не забывай запускать приложение перед началом движения автомобиля, ну чтобы все трекалось, сколько прошли пути. Такой вот первый сайт, можно сказать приложение, можете скачать и зарабатывать таким образом деньги. Вторым покажу такой сайт, а то мне украинцы предъявляют, там еще и казахи, и узбеки, и белорусы, что у них там, видите ли, приложения не работают, сайты не работают. Ну посмотрите аналоги, напишите, загуглите, всяко существуют какие-то аналоги или что-то похожее там. Вот сайт Автоинфо УКР. Зарабатывайте сейчас Money Drive. Возможность владельцу автомобиля заработать, размещая рекламу на кузове. И вот все эти предложения, например, такое-то количество пробег, 1000-1500 километров в месяц, со Львова, 1500 гривен, Volkswagen серый и различные предложения. На них рекламодатели заказывают рекламу, вот они, примеры есть, уклон какой-то, компания. Здесь абсолютно всякие машины, и грузовики, и легковые, всякое-всякое. Вот, автовладельцам перейдите раздел, прочтите все, как работает, разместите предложение и получаете заказы. Таким образом зарабатываете дополнительные деньги. Барсик, нас сейчас сдует с тобой или молнией шибанет? Что-то, блин, погода сегодня неладная. Люди вон вышли на работу и сейчас собираются раньше времени. Никакой продажи. Все время дождь хреначит, гром хреначит, молнии хреначат. Ну какое ветрище, блин. Сука. Барсика сдуло, а я вам рассказываю про второй сайт 2xf.ru. Это возможность автомобилистам зарабатывать ежемесячно. Просто добавь свой автомобиль в базу и размещай наше объявление у себя на заднем стекле. Добавляете автомобиль в базу, ну и читаете здесь какой доход, что да как, что за сайт, отзывы рекламодателей, отзывы автомобилистов.
Ну, это своеобразное рекламное агентство. Ключевая его особенность в том, что реклама на автомобилях по всей России. То есть из какой-нибудь тьму таракани вы тоже сможете зарабатывать деньги. И третий сайт – Edivitrack. Реклама на бортах грузовиков и легковых автомобилей с GPS-трекингом. Это возможность владельцам транспорта зарабатывать, размещая рекламу на кузове автомобиля. Вот видите, где-то на заднем стекле, где-то на кузове. На некоторых сайтах можно полностью обклеиться, тем самым повысить доходность. Вот по поводу заработка. С ними работают уже более 3000 автовладельцев, выплаты происходят ежемесячно и составляют от 5 до 12 тысяч рублей. Чтобы заработать, необходимо зарегистрироваться, получить рекламу, ну и затем получить доход. Вот вопросы и ответы. Для физических лиц оплата производится на карту любого банка или наличными в нашем офисе в конце каждого календарного месяца. Юрлицам и ИП оплата производится на расчетный счет или также наличными в нашем офисе. Ничего сложного. Вот важная информация для россиян. Наша компания заключает с каждым автовладельцем договор и официально платит все налоги, так что автовладелец получает свой заработок совершенно официально. Чтобы зарегистрироваться, заполните данную форму, ну и нажмите кнопочку. Вот такие вот сайты, приложения позволяют зарабатывать дополнительные денежки автовладельцам. Поэтому, если вы работаете в такси, у вас есть своя машина, вам хочется чуть больше денег зарабатывать, не жалко ее залепить чем-нибудь, какую-нибудь старенькую можете взять. Ну и вот таким образом обклейте наклейками при помощи различных сервисов и получайте пассивный доход. Если бы вы были подписаны на наш Инстаграм, то давно бы знали эту информацию и зарабатывали какие-то денежки. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, желаю удачи, здоровья и заработка. Всего вам хорошего, до свидания.